Мы какое-то время побудем в доме у бабушки. Доброй ночи. Добрый. Нас уже больше ничто не потревожит. Мы вернули сына. Мы снова одна семья. Происходит. Что именно? Скажи нам, чего она хочет? Я слышал голоса в коридоре. Мам, скажи, с папой все в порядке? Что бы это ни было, оно преследует мою семью, и оно не оставит нас в покое. Я знаю, что произошло. Я пошел в то место, чтобы вернуть нашего сына, и за мной следовало что-то зловещее. Вон из моей головы! Прямо перед вами кто-то стоит. Он говорит с вами. Что он говорит? У него твой ребенок. У него твой ребенок. У него твой ребенок. У него твой ребенок. Астрал, глава вторая.